вновь приветствую вас из дворца Гарнье. Так тоже называют здание Парижской оперы. Здесь до 6 апреля, не до 6, до 5 апреля проходит выставка, посвященная легендарному балетному танцовщику Рудольфу Нурееву. Посетить эту выставку можно в часы работы оперы как музея, то есть с 10 до 17 ежедневно. В прошлом ролике я вам показывала интервью танцовщика, а вот сейчас давайте вместе посмотрим архивные материалы от 12 января 1993 года, представленные на выставке. 12 января в парижской опере «Гарнье» проходила церемония прощания с Рудольфом Нуреевым. Он умер 6 января от СПИДа, ему было 54 года. Последней сценой танцовщика станет парадная лестница оперы «Гарнье». Вокруг гроба стоят его коллеги, его друзья, родственники и ученики. Жак Ланг, министр культуры, читает речь. Звучат стихи Пушкина, Байрона, Рембо, музыка Баха, Чайковского, Малера. Шесть танцовщиков бережно выносят гроб из оперы «Гарнье». На улице их ждет черный кадиллак, который и отвезет тело Нуреева на кладбище Сан-Женевьев-де-Буа, где он хотел быть похоронен. Могила Нуреева самая яркая на кладбище. Вот он был ярким, импозантным, ни на кого не похожим. Такая у него и могила.